Дмитровский театральный фестиваль «Отражение» впервые пройдет в Дмитрове в начале осени. Этот проект организован совместно с детским музыкальным театром «Колесо» и музеем-заповедником «Дмитровский Кремль». Дмитровский театральный фестиваль «Отражение» будет называться наш большой проект. Честно говоря, мы с этим проектом планируем войти в рамки лета в Подмосковье. Я думаю, что вы об этом слышали, потому что планируется достаточно большой крупный фестиваль. Мы хотим стать межрегиональным фестивалем. На данном этапе, я думаю, что это большой шаг вперед. Мы вплотную работаем с Викторией Викторовной, с генеральным директором нашего Дмитровского музея. Этот фестиваль не будет иметь границ. В хорошем смысле этого слова. Я сейчас объясню, и вы поймете, что я вам хочу сказать. Открытие данного театрального фестиваля «Отражение» будет проводиться на центральной площади города Дмитрова, куда будут приглашаться ведущие московские музыканты, актеры и певцы. Мы сделаем большой масштабный праздник для всех дмитровчан и для тех людей, которые первый раз увидят наш город. После открытия на Советской площади на второй день театрального фестиваля планируется конкурсный день, который пройдет на базе Дмитровского музея, а именно на сцене музейно-выставочного комплекса на улице Загорской. Закрытие фестиваля будет проходить также на площади города Дмитрова. Но открою вам завесу тайны. Для того, чтобы сделать большой праздник для наших любимых дмитровчан и для гостей нашего Дмитровского округа, мы сделаем открытые показы на улице Кропоткинской. То есть это будет большой, самый настоящий фестиваль. На любой точке вы можете понаблюдать театральные коллективы из разных городов, из разных регионов, которые будут показывать свой материал. Он будет не похож друг на друга, он будет абсолютно разный. У кого-то будет современная драматургия, у кого-то будут детские спектакли, у кого-то будет классика. Но это большой праздник. То есть наши дмитровчане смогут пройтись по улице Кропоткинская и посмотреть на разные постановки. Это большой театральный фестиваль, который будет проходить и при поддержке Министерства культуры Московской области, отмечает Олеся Мушко. Очень приятно, что представители министерства войдут в состав жюри фестиваля. Сейчас ведется прием заявок, поэтому все желающие смогут поучаствовать. Дмитровский театральный фестиваль «Отражение» будет проходить с 20 по 22 сентября. Мы хотим сделать большой ежегодный такой театральный фестиваль «Отражение». Я знаю, что это не новшество какое-то, да, которое мы предлагаем, но это если мыслить именно в рамках театрального фестиваля. Так как мы все-таки хотим сделать большой, широкий проект для дмитровчан с большими театральными показами, я думаю, что для Дмитрова это большой шаг вперед, особенно попадая в проект «Лето в Подмосковье».